Наш горбатый самолет, ой, не любят стюардессы, к нам на вылет, как на каторгу идут. Им бы все на Туполях, Сочи, Львов или в Одессу, а у нас то Нижневартовск, то Сургут. Мы, конечно, девочки, сочувствуем вам, что наши рейсы вовсе не награда. Мы бы сами вместе с вами полетели в Сочи, но в Сургут кому-то тоже надо. Наш горбатый самолет вряд ли с Туполем сравнится, здесь совсем не те и скорости, и комфорт. Все будет и дребезжи, и мечта бортпроводницы поскорее вернуться в свой аэропорт. Мы, конечно, девочки, сочувствуем вам очень, самолет у нас не лучше сами. Налетать на Туполях, так тоже нас не хочет, а кому-то же надо, ой, они долюбливают нас, эти тонкие ноги, и по сердцу наши внимания. Вот на Туполе культура, ни Амура, ни Лемура, ни намеков нет на приставание. Ну, конечно, девочки, сочувствуют вам очень, потерпите, милые, немного. Вы от нас и наших рейсов отдохнете в Сочи, а у нас на север лишь дорога. Вы от нас и наших рейсов отдыхайте в Сочи, ну а мы туда нам и дорога. Так привык, в машине этой фирмы я, а на горбатом корабле не все не то, и все не так, не в том куда, то что вам, и непонятно на чертах. Я три турбины поменял на два винта, на два винта. И пусть горючки меньше жрет. Поднимется вовек на 700 и 800, как мышь, чёрт-то. И в Сочи дом разбег разбал. Да и куда ты попрежнешь, твердят, что мы суеверны, что бы
Отдыха таить немножечко есть, но к посадочным огням непременно вас легко доставит Ан-26. Доложил механик, жаль пометкам, у радиста чистота без помех, и посадка получилась конфетка. За такую точно выпить не грех. Хороших самолетов много, да только нам дороже наш. Ведь как за пазухой у Бога, в его кабине экипаж. Ведь как за пазухой у Бога, в его кабине экипаж.